Всем привет, вы на канале Строим Правильно. Сегодня продолжение выпуска по Россетям. Пару дней назад опубликовал ролик про Россети, как они не хотели ко мне ехать, что у них не было денег на бензин. Сегодня ребята приехали и оказалось, да, это все ролик. YouTube животворящий делает чудеса. Позавчера записал ролик, сегодня утром мне позвонили и уже приехали. Оказалось, у меня еще и щиток сгорел, и уже ребята успели его починить и заменить. Нереально круто. Ребята, YouTube работает. Блин, без пинка они здесь не работают. Хотя пинок делать не хотел. Честно, надеялся до последнего, что все будет просто сделано быстро и нормально. Но благо сейчас все сделано. Я могу теперь спокойно прокопать траншею. Вот у меня выход от дома. Я сейчас покажу сзади. Спокойно прокину там сип в гофре и заведу уже непосредственно электричество. И это мне уже будет не помехой для дальнейших внутренних работ. Очень круто. Теперь осталось только будет подписать договор. И дом у меня под электричеством.